Добрый вечер, друзья. Сегодня я решил снять видик, скажем так, для начала автобиографию, да? Потому что меня сейчас часто уже в последнее время, да и в принципе и раньше тоже было, выскакивали именно комментарии: если ты так Россию любишь, чё ж ты смылся за границу-то? Отвечу на этот вопрос, но для этого надо сначала маленько рассказать, наверное, видимо, о себе. Родился я в 1972 году в селе Петровка, Оренбургская область, это Южный Урал. Как всегда, как все дети. Рос 7 лет в школу, в 14 первые права на мотоцикл. Да, и не забывайте, я лет 7, наверное, уже начинал ходить на охоту самодельными ружьями. Это нормально у нас было, да? 16 лет уже права на трактор, механизатор. Я сейчас не помню, там 5 класса, у меня где-то еще аттестат этот лежит. 17,5 права на легковую и грузовую, уже с военкомата. 18 лет первое ружье. Копил, потому что работали мы с моими друзьями уже лет с 14. Пасли свиней. Смешно, да, действительно, выгоняли стадо, если вот так можно назвать, в 30 голов. Ну вот и без лошадей, без всего, скакали за ними, да? Ну, им главное было до речки добраться, чтобы хорошо в грязи повозюкаться. Ничего, работали. Не один год, несколько лет работали там. Потом начало маленько все убавляться. В то время колхоз Нива миллионером был. Потом летом месили глину во время каникул бетономешалками. Многие фермы у нас были еще саманные, поэтому их надо было мазать. Работа была и женщинам в летнее время, хотя в летнее время и дома работы хватало, да? Огороды огроменные, не такие, как у нас тут в Канаде. 5 на 10 метров. Ну, росло по-другому, естественно, все. Работали на стройках, делали бетон, заливали сенарики, полы бетонные. Ну и 18 лет, естественно, я купил себе сразу же ижевское ружье, ижовку, Иж-27М, если не ошибаюсь, 12-й калибр, одностолка. На больше я не заработал, да и очередь там стояла где-то буквально года на два вперед. Ну, знаете, я уже начал потихоньку, скажем так, умнеть. Зимой я работал на тракторе, летом, с весны до осени на тракторе, зимой на маслобойке. Наше начальство, это наши местные немцы были, давали нам 40 литров масла в месяц. Работал я сначала один, потому что с 91 года я получил две зарплаты, 91 рублей, я это помню, на тракторе еще, да? И потом, 90-е годы пошли, развал, и наши боссы начали нам давать по фляге в месяц. Ну, отвозили, маленько деньги были, да? 94-й женился, в 96-м родился сын. В это время уже и супруга начала у меня работать на нашей работе на маслобойке. И теща тоже. Короче, потихоньку жили. Честно, свинарники. Все было более-менее. Свинарник огромный, конечно, не механизированный, как здесь.
приходилось мне все лопатой, вениками, ну как все, как всегда. Да, потом 5 лет без зарплаты. Да, с 91-го, да, 5 лет без зарплаты. Ну и тут я не сошелся уже, видимо, наверное, я думаю, слишком много вякал. Характер у меня еще не тот. Я имею в виду, дома все нормально, но я не люблю вот эту всякую несправедливость, да? И тем более, я уже как-то говорил, я ушел в отпуск, работал на тракторе, пришел обратно, уже одного трактора нету. Я спрашиваю, куда он делся-то? Да, ну, списали его. Как его списали? Он, блин, нормальный рабочий трактор. И тут, смотрю, он ездит уже по деревне, блин, и уже начинает, блин, культивировать огороды, блин. Ну, спрашиваю мужика, он говорит, ну да, за 2 ящика водки взял. Ну, что же вы хотите-то? Проблемы, да, были те, что начали во всем обвинять именно российских немцев. Я не говорю, естественно, тоже начальство все уехало. Брали, да, но брали хоть по уму. В смысле, все было таши. И гараж, тракторный гараж, комбайнов 10 штук было в деревне. Брали, но в меру. И начали обвинять немцев. Я уехал из деревни в 99-м году. Последний немец. Немцев не было. Ну, там 2 бабушки остались. Ни одного комбайна, ни одного трактора. Фермы разваливаются. И тут я как-то к бригадиру подошел. Я говорю, ну и что? Немцы это все разворовали или что? Немцев уже, блин, в помине, блин, с начала 90-х нету. Все еще было. Чего вы обвиняете-то? Ну и это автоматически у меня означало, что выгнали с колхоза. Не надо было лишнего разговаривать. Сильно не обижался. Мой бывший босс с маслобойки, он уехал, я не помню, в каком году. Я еще работал, его брат еще оставался. Уехал в Германию. Долго не прожил, вернулся обратно, начал работать в школе. Ну и когда с колхоза меня выкинули, он меня позвал к себе. Давай, ко мне, будем работать вместе. Конечно, зарплата 180 рублей, как у завхозом он был, я был больше как ремонтником, да, но там подделать, тут подделать. Ну и, естественно, договорились, я уже в то время благодаря тестю с тещей купил себе москвич. Начал маленько и таксовать еще, да? Потому что автобусы, естественно, 90-е, все. Бензина нету, ничего нету. Договаривались с боссом. Он в среду таксовал, я его работу делал. Я в четверг таксовал, он мою работу делал. Ну, было довольно таки, скажем, натянуто все. Свое хозяйство, само собой, большой огород, который ничего не приносил почему-то. Потому что, опять же, навоза больно не было. Пару коров, ну там, свиней, тоже куры. Ну, как всегда, в деревне, как и положено. Ну и тут как-то приехала в гости с Башкирии сестра моей жены. Наверное, свояченица называется, я так думаю. Ну, они... Я, естественно, где-то на охоте шляюсь уже после работы. Работал до 2, да. У меня еще до вечера время было. Вечером прихожу домой, они говорят, ну, знаешь что, мы решили. Вам надо ехать в Германию. Сыну было уже 2 года. В 96-м он родился. Все, поехал сразу в районный центр. Телефонов не было в то время. У нас
только появился телевизор не так давно. Конечно, ни компьютеров, ничего, да? В районный центр поехал, меня связали с Германией, двоюродным позвонил, начали делать документы. Ну и в 99-м году мы уехали, потому что было до того натянуто, все рушилось. Наш председатель, он чеченец, приезжал на семинарник, говорит: так, мне надо 50 свиней, чтобы они сегодня были уже зарезаны, да? Приезжали чеченцы с фуры, с морозилкой, грузили, уехали. Тесть работал чуть ли не до утра, все мужики собирались там, резали. Ну ладно, я имею в виду, им платили за это, да? Хорошо. Но уже было видно, куда это все идет. Было у нас, если не ошибаюсь, сейчас я быстро подсчитаю, 1, 2, 3. Три большие фермы с коровами. Конюшня была. Это все начало на моих глазах исчезать. За деревней, где мы игрались всегда, ну, маленькие были, сами знаете, на лужайке, там разные игры, блин, вот это все, как маленько весной растает, стояло до такой степени много, блин, всякого инвентаря, жатки от комбайнов, и пошло-поехало, да? Это исчезло. С одной деревни до другой за ночь сняли 3 километра электропровода. Деревня осталась без света, другая, да? Просто сняли, это за ночь сняли. С кладбища начали таскать даже оградки с могил. Потом я думал, да, ладно, хорошо. Вот эти 180 рублей зарплаты мне хватало буквально на, чтобы ребенка обрадовать, на бутылку лимонада, маленько крупу, и если повезет, еще и гречку возьмешь. Это все. Я не говорю про электроэнергию. Пол деревни сидела без света. Платить нечем было, работы нету. Куда деваться? Сейчас опять скажут: ну, мог бы ехать на север, где-то там зарабатывать. В то время это еще не котировалось, не было вот такого, да? Во-первых. Во-вторых, я никогда бы не поехал там на месяц, на два, на три работать на севере, если у меня дома семья. Для меня семья самое важное. Не надо, чтобы я каждый день видел, чтобы я знал, все нормально. Не то, что многие сейчас, наверное, подумают, скажут: о, ревнивый там, ничего. О, нет, ни в коем случае. Я своей супруге доверяю на 100%, но она тоже очень сильно скучает. Я ездил, вот, когда я уже в Канаде делал на трак, меня недели не было. Она говорит: чуть с ума не сошла. Да и я тоже, у меня дочка растет, за неделю она выросла, как мне показалось, да. Мне надо быть дома. Для меня семья — это действительно на первом месте. Ну и так, решили мы уехать в Германию. В 99-м, 28 мая, с Оренбурга мы полетели уже в Ганновер. Меня друг встретил, с кем я сейчас работаю, тоже. Он меня и здесь встретил, в привычку войдет. Я говорю: ты хоть предупреди, если ты сейчас в Австралию поедешь, туда и там встретишь. Ну, это просто шутка, да? Да, поехали в Германию. Ох, были еще марки. Было, я не знаю, это действительно для начала рая, наверное. Платили безработные сразу, ну, там называлось маленько по-другому, Anglidron Self, это так, помощь для начала, да? Я ничего не делаю, мне деньги идут. Я, блин, за полгода, блин, себе уже за 7 тысяч, блин, купил Volkswagen, да? Теперь я уже английский начинаю мешать с немецким.
Ну, короче, комби, да? Ну, маленько. Мать еще помогла, но все равно. Полгода мы сидели, ждали языковых курсов. По-другому тебя на работу не возьмут. Надо, надо, надо. Ну, ладно, надо, надо. Ладно, хорошо. Через полгода, да, мне пришлось пересдавать права на немецком уже. Вернее, немецкие права пересдавать. Русский пересдавать, чтобы немецкие получить. Потому что именно мы, когда приехали, изменили закон. Потому что начали наши очень много хвастаться, что половину, блин, купили, да? Ну, так оно и было, я это знаю прекрасно. Там люди, блин, за руль даже не садились, блин, просто, блин, ездили, блин, платили, блин, покупали, да? Кто мотоцикл отдаст, кто, скажем, там, мебель, диван, и получали права. Боялся, конечно, немецкого очень страшно. Ну, на права я сдавал на русском языке. Волновался, блин, не знаю как. Мог бы и на немецком очень спокойно, не было бы проблем, но боишься, да? В чужой стране, не знаешь, блин, что за экзаменаторы. Опять же, вождение, блин, туда-сюда. Наши права были действительно российские на полгода как раз. Я уже спокойно ездил уже на своей машине. Ну и как раз когда вот этот переход, мне пришлось менять. Через полгода, да, пошли на курсы языковые. Терпения у меня было слишком мало. Наверное, молодой еще, энергичный. Хотелось, блин, всю Германию, блин, завоевать или... В смысле, охота была работать, как-то подняться. Выдержал я там буквально 2 месяца. За это время я уже заполнил все книжки, которые надо было нам выучить за полгода. Ну, плюс еще и жена в другой группе была, ее книжку еще заполнил. Правильно, неправильно, ну, довольно нормально. И учитель мне всегда говорит, блин, все, Виктор, молчи, молчи, спи. И действительно, я спал. Спокойно, на парте спал. Когда просыпался, блин, слышу, кто-то ничего-то неправильно, блин, рот открою, он говорит, ну, молчи, я же тебе просил, молчи. Ты это знаешь, мне все, пусть другие учатся. Ну и с его помощью мне предложили 2 учебы. Я давил, давил, он мужик первоклассный, действительно. Ну, само собой, местный немец, да? Но все равно он мне очень помог в то время. Предложили мне 2 учебы на токаря и на столяра. К железу у меня душа никогда не лежала, она холодная. А с деревом можно вот тоже, скажем, чуть не разговаривать, оно живое, да? Оно тепло, она излучает тепло, хоть зимой, хоть летом. Дали мне учебу, бросил я курсы. 1 год отучились, и тут наш мастер как-то говорит, как раз евро, марки поменяли на евро. И наш мастер говорит, ребята, не хочу вас пугать, но вы нафиг никому не нужны. Вы закончите учебу. И все. Ищите уже теперь работу. Это за год до окончания курсов. И он был прав. Он был абсолютно прав. Мы закончили то же самое, как и в России. Да? На ферму, блин, приходишь. Нет, у вас нету... Ох, блин, по-русски. Erfahrung. Это по-немецки. У вас нету работы, опыта. Ну, опыта работы, да? Я говорю, ну, елки-палки, если я только отучился, возьмите меня, у меня, блин, появится опыт. Нет, нам нужны опытные. Ну, нет, так нет. Ладно. И начались лайфермы, да? Лайфермы, я уже где-то говорил, это просто они набирают рабочих через бюро
трудоустройства, они с ними очень так близко. Три раза откажешься, вообще получать не безработный не будешь больше. А вот эта лайф-фирма, вот они работают именно с бюро трудоустройства. Они набирают людей, звонят фирмам. Естественно, получаешь ты там хрена маленько, извиняюсь выражение. Ладно, я еще, блин, хорошо, я 9 евро получал, потому что у меня уже все-таки корочка была. Но ребята получали по 6,5-7 евро, да, в час. Нужна она зачем, вот эта лайф-фирма? Это придумали они очень хорошо. У фирмы, которая тебя берет, в смысле, она звонит туда, на эту лайф-фирму, говорит, о, нам вот, у нас один заболел, нам срочно рабочий нужен. Или кто-то уволится, кто-то в отпуск ушел, как и всегда. Ну, нужен срочно рабочий. Они отправляют тебя туда, ты получаешь свои, скажем, 9 евро, а фирма получает 18, в два раза больше. Если еще не больше. Но вот эта фирма, где ты в это данное время тогда работаешь, у них нету никаких обязательств. Да? Им не надо тебя увольнять, потом моральный ущерб платить, вот это все. Они сказали, все, завтра ты здесь не работаешь, ты уехал обратно в свою лайф-фирму. Они тебя посылают в радиусе 80 километров, куда хотят. Мне везло, я работал на двух фирмах. Первая фирма — это печать, делали абсолютно все, в смысле рекламу, шоколадные обертки. Работа была тяжелая, но год отработал, и мне сказали, так, все, нам рабочие в данный момент не нужны, мы тебя увольняем, потому что если ты один год без перерыва работаешь на одной фирме, они обязаны тебя уже взять на постоянную работу. Уже не через лайф-фирму, а именно к ним. Ладно, уволили. Как раз в это время мне другая фирма позвонила, хотели бы меня видеть. Хорошо. И через 3 дня мне звонит опять же вот это печатное издание. О, вы нам очень нужны. Ну, 3 дня прошло, все, это начинается Новый год. То, что они меня должны взять на постоянное, это уже время прошло, да, правильно? Я говорю, нет, ребята, спасибо. Я уже работу нашел по специальности, уже как столяр. Да, там я отработал 2 года. Делали мебель кухонную. Довольно тоже, ну, сами знаете, не самая легкая работа, да. Ну, второй уже год все меньше и меньше. И после меня еще взяли еще одного нашего русского немца, российского. Уволили его, работы меньше. И, ну, как положено, мне моральный ущерб за 2 года платить не надо, а ребята, которые там работали уже 10 лет, надо, да? Ну, до свидания, так до свидания. Так, извиняюсь.